Тем временем число ученых и медиков, выступающих против самоизоляции и за естественный иммунитет от COVID-19, растет. Эпидемиологи говорят, что летальность коронавируса ниже, чем у сезонного гриппа. При этом в супермаркетах, ресторанах и парикмахерских до сих пор не обнаружены инфекции, которые передаются через прикосновение. Новый коронавирус едва ли опасен для большей части населения. Быстрый естественный иммунитет должен стать целью. Деньги лучше потратить на здравоохранение, чем на компенсацию ущерба от самоизоляции. Я призываю положить конец самоизоляции, поскольку она наносит больше ущерб, чем сам вирус. Для людей моложе 50 лет тяжелое течение болезни или смерть очень и очень маловероятны. У населения в целом должен развиться быстрый иммунитет, в то время как группы риска должны быть защищены. Нельзя ждать вакцины, создание которой займет не менее 6-12 месяцев, но нужно найти способ жить с вирусом.